Передать невероятную палитру осенних пейзажей и дикую природу вершины Кавказских гор. Джейрахский район на время стал эпицентром искусства. Художники признаются, здесь, на природе, рука сама идет за кистью. Хожахмет Имагожев очень любит рисовать этюды, а пейзажи критики и вовсе считают его подлинным призванием. Поэтому неудивительно, что он приехал на пленэр. Это этюдная работа называется, этюд. Два часа я его пишу. Еще, может быть, час буду записывать детали. Ну все, там свежее впечатление должно быть в работе, и все. Главное поймать состояние природы. Вот это главная задача. Не только показать свой талант, но и протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается. Этот пленэр – благотворительная акция «От сердца к сердцу», устроенная Государственным музеем изобразительного искусства региона. Музей много и плодотворно работает с детьми с ограниченными возможностями. И нам знакомо, как много талантливых и одаренных детей среди них. И поэтому у нас возникла такая идея объявить такую акцию «От сердца к сердцу», где здесь, в Жайравском районе, на пленэрах художники будут создавать свои живописные полотна. Светотень, форма, перспективы и композиция. Передать колорит и неповторимость родного края. У каждого мастера кисти свое видение. Марина Хачубарова любила рисовать с детства. А вот писать картины как профессионал начала только 3 года назад. Для нее это вылазка в горы первая. Этюды в горах она еще не делала. Пленэр дает нам, художникам, возможность встретиться, пообщаться, обменяться опытом. Более опытные художники дают нам мастер-класс, советуют, помогают. Мы очень долго с художниками искали место, где мы остановимся. Каждый выбрал свой этот ракурс. Вот. И получается, что мы вроде на одном месте, а у нас получается совершенно разные картины вот, с разными приемами живописи. У каждого живописца своя локация, а значит и композиции отличаются. Над этюдом народному художнику Батыру Картоеву еще нужно поработать, но имя он уже придумал, свою работу назвал «Перевал». Он единственное, вот то, что мотивировало, это то, что благотворительная акция, от которой невозможно отказаться, как говорится, это дело благородное и благодарное, я так думаю. Поэтому я бросил все и приехал на этот пленэр. Пленэр живописцев продлится около 3 дней. Свои работы художники будут доканчивать уже на базе дома-музея Руслана Мамилова. Итогом станет выставка-аукцион. Вырученные средства пойдут на помощь региональным школам-интернатам для детей с ограниченными возможностями здоровья. Тамара Хашагульгова, Адам Далаков, Новости 24.